11 тысяч километров автодорог отремонтируют в этом году в Казахстане. Об этом стало известно во время заседания республиканского штаба под председательством премьер-министра. Как отметил Алихан Смаилов, качество магистрали вызывает в стране справедливую критику, поэтому требуется изменить подходы к дорожному строительству. В целом до 2030 года планируют модернизировать больше 20 тысяч километров местных и республиканских дорог. В интернете можно найти многочисленные видеоролики, фотографии, когда работы проводятся не по регламенту, дождливую и даже снежную погоду. В Абайской области в селе Коктерек асфальт укладывали на снег, а ремонт дороги в виде разбрасывания асфальта на улице Катаева в Павлодаре вообще вызывало недоумение у всех. В некоторых регионах, не дождавшись действий от местных исполнительных органов, жители сел сами ремонтируют дороги. Необходимо кардинально изменить подходы к дорожному строительству, поэтому надо комплексно подходить к решению этих проблем.